Поднять зарплаты и обеспечить жильем. О главных проблемах самой бескорыстной отрасли – культурной – в профессиональный праздник говорили в Красноярском районе. Молодые специалисты, педагоги местных школ искусств рассказали о своих проблемах областному министру культуры. И Ольга Рыбакова обещала помочь. О качестве сельского досуга и сельской жизни – Иван Попов. Для Красноярского района этот день особенный. Наряду с сельским хозяйством сфера культуры – одна из ведущих. Да и сам праздник стал общероссийским во многом благодаря местным жителям. Для нашего района двойной праздник, потому что у нас сегодня 60 лет управления культуры отмечается в районе. И мы были одним из первых районов, которые ввели этот праздник, ну, в особом порядке для Красноярского района. С 2001 года мы празднуем этот праздник. И потом уже вот ввели этот всероссийский день работников культуры. У вас семейная пара работники культуры. У нас много таких. Ну вот, давайте что-то подумаем. Все-таки власть должна здесь в этом моменте помогать. Вадим Суровцев с супругой Марией переехали в Самарскую область из Татарстана. Оба педагоги Красноярской школы искусств. Глава семьи, к тому же, руководит творческим коллективом. Пока они выступают в пределах региона. Но будущее у ансамбля планируется большое. Я закончил учебу, и вот сейчас и работаю. И домой растем. У нас в первый год было не так, как сейчас. Это небо и земля просто. Поэтому и качество исполнения улучшается. В скором времени у семьи Вадима улучшится и качество жизни. Министр культуры Ольга Рыбакова взяла его жилищный вопрос под свой контроль. Таких пар в Красноярском районе хватает. Молодых специалистов с дипломом об образовании сферы культуры куда как меньше. Сохранить каждого задача первостатейная. Хорошие кадры – это заработная плата и это жилищные условия. Мы идем, и я надеюсь, что мы в течение 3 лет должны серьезно сделать в нашей отрасли, так скажем, хороший крен именно в решении этих вопросов. По словам Ольги Рыбаковой, сегодня в регионе сделано только 45% от задуманного в сфере культуры. На эти цели уже потрачено порядка 1,5 миллиарда рублей. Здесь и ремонт помещений, обучение специалистов и жилищные льготы. А необходимость дальнейшей работы прекрасно понимают не только в министерстве. Иван Попов, Александр Дмитриев. Новости губернии. Красноярский район.